А вот главный антикоррупционер страны Кайрат Кожамжаров, судя по всему, не согласен с таким мнением. Он считает, что это недоработка органов уголовного преследования. В связи с чем на расширенном совещании агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции страны дал установку своим подчиненным сократить количество оправдательных приговоров. Господа офицеры антикоррупционной службы, крайне важно помнить, что со следующего года мы начнем работать в новых правовых условиях. В соответствии с новым уголовно-процессуальным кодексом отменяются институты доследственной проверки и дополнительного расследования. Каждый вынесенный судом оправдательный приговор будет свидетельствовать о вашем низком профессионализме. И сегодня же ряд информационных агентств опубликовал новость о том, что Кайрат Кожамжаров рекомендовал главе государства уволить председателя правления КАЗа «Агрофинанса» Гумара Рахимжанова. Напомню, он проходит по уголовным делам в отношении бывшего руководителя Карагандинской области Бауржана Абдишева и акима Караганды Мейрама Смагулова.